Телега самый стильный. Короче, дело такое. Какого числа у нас концерт? 27-го. 27-го, вот. 27-го у нас концерт. Я забыл, но я вспомнил. Будет врыв НКВД, я накрыв гигакуян. Вот, и я считаю, что надо понять, прийти. И разъебать. Да. Какой разъебать? Просто прийти, отдохнуть хорошо. Музыка вкусная, разная. И вкусная. Да какая вкусная? Разная, необычная. То да сё, там вот это микстейп, там вы смотрели, там типа несколько треков совместили и, короче, если получился рэп. Если ты себя дебилом не считаешь, приходи на возвращение, ты будешь. Парни меня смотрят нахуй. Давай, кидаю, бля, этот нахуй челлендж, бля, камни, пули же есть, бля. Та, блядь! Отмену уеби! Захочу заесть школьный двор! Майнкрафт! Это моя жизнь, блядь! Если ты себя, короче, дебилом считаешь, ты окажешься на возвращении Кубовича. Дядя Лёня подготовил для тебя хорошие группы, приятные сюрпризы, веселую, дружелюбную атмосферу, даже пиво в бар налил. Так что не будь, так скажем, серой массой. Сделай свой выбор. И приди на... Вы арестованы, это НКВДЕ, блядь. Да, все, пока.